Фестиваль получился чрезвычайно ностальгическим. Одни ностальгировали по молодости, другие вспоминали великих режиссеров Эйзенштейна и Пазолини, ну а мы вместе с гостями «Красной ковровой дорожки» будем ностальгировать по тебе. Милый, дорогой Московский кинофестиваль. Ностальгировать мы будем, конечно, не только со звездами. Очень важная часть «Красной ковровой дорожки» — это зрители, которые пришли встретить и нас, в том числе, бурными аплодисментами. Но такими бурными, как бы не особо бурными. А попытаемся узнать, вообще кто-нибудь из них ходил в кино, смотрел что-нибудь из программы фестиваля? Я смотрела потрясающий фильм, называется «Федор», документальный. Главное, подснимите, пожалуйста, глаза девушки. Какие лучезарные, замечательные глаза сегодня в пятничный вечер на Пушкинской площади. Молодые люди! Красивых рэперских кепках. Во-первых, можно передать привет Саймону. Передаю ему большой привет и Саймону респект. Кому мы дадим респект из режиссеров, представленных на фестивале? Наверное, Гаспару за его фильм «Любовь». Шикарная картина. Конечно, она немножко порнографического формата, но... Так, все, дальше идем. Какие фильмы запомнились? Французский фильм давайте втроем. «Росита». Музыку погромче сделали, смотрите как. Можно под музыку это все говорить. Без границ. Нет, я рэп не читаю, я нормальный человек. Есть ли у вас селфи, которым вы гордитесь больше всего? С Жаклин Бисет и Жан-Жаком Ано. Мы вам завидуем очень сильно. Давайте так, Роберт Де Ниро, который был на открытии «Красной ковровой дорожки». Наду? Да. Его не было. Правильный ответ, хорошо, двигаемся дальше. Друзья, здесь уникальная ситуация. Ребят, как мы оставили здесь на открытии, так они всю неделю здесь и простояли. Девчонки, как дела? Отлично. Супер. Я надеюсь, что вы иногда отлучались с этого места. А вам удалось посмотреть программу? Какие фильмы вам запомнились? Где девчонки не знали, что здесь кинофестиваль. Они думали, что здесь просто хороший ковролин, на котором можно постоять, верно? Да. Мне больше всего фонтан нравился. А мне вы. Вот она, современная молодежь. Нравятся бородатые мужчины и фонтаны. Один из звездных гостей, видно, все-таки решил скрыться среди толпы обычных зрителей. Пойдемте, я вам покажу. Уважаемый актер, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, почему вы стоите здесь, а не идете по красной ковровой дорожке со всеми остальными звездами? Дело в том, что у меня была роль очень маленькая, вот, и, скорее всего, про меня забыли, наверное. Но я думаю, что режиссер про меня помнит, и я думаю, что на следующей дорожке я уже буду идти в первых рядах. Напомните нам, пожалуйста, фильм или сериал, в котором вы снялись. Это «Игра престолов», да? Вот «Ланнистеры». Это же вы один из «Ланнистеров». Нет. Это фильм «Орлеан». Это первый триллер российский. Мне кажется, это нечестно, что человек, актер, который снялся в хорошем фильме «Орлеан», стоит здесь. Давайте так, мы сейчас пройдем туда, вы пойдете по красной ковровой дорожке, а вам все поаплодируют. Пойдемте с нами. А узнали ли вы этого молодого человека? Не очень. Но это же актер фильма. «А зори здесь тихие»? «А зори здесь тихие» — абсолютно правильный ответ. Спасибо. Я когда-то открывал телевизионную версию, это было около 20 лет тому назад. С тех пор много времени прошло, но все красиво, еще красивее стало. И такие у нас замечательные гости, несмотря на всякие санкции и так далее. Фестиваль жил, жив и будет, дай бог, жить. Это бульвар моего детства. Это памятник моего детства. Я выросла на Тверском бульваре. Я помню, когда его переносили. Я обожаю этот центр Москвы. И обожаю этот фестиваль, потому что он происходит в сердце нашей огромной родины. И я очень этому рада. Очень серьезный вопрос. Мы надеемся, что вы первыми ответите на него как нужно. Успели ли вы сходить на какой-нибудь фильм из программы? Нет! Успели ли вы что-нибудь посмотреть из программы? Ольга? Нет. Так. Доходили ли какие-нибудь слухи о каких-нибудь интересных фильмах? Ольга? Нет. Как настроение? Ольга? Роскошно. Только что своими глазами я видела и своими ушами слышала совершенно небывалую ситуацию в истории развития современной, которую я застала. ММКФ. Охранник на входе не пустил двоих молодых людей с формулировкой «Вы неподобающе одеты». Наконец-то! А
Вчера посмотрел прекрасную премьеру генеральным продюсером, одним из режиссеров, которым является Резо, Гегенишвили. Карен Оганесян, второй режиссер, и, собственно, третий режиссер Прыгунов. Прекрасное кино, доброе, ждите обязательно в октябре. Заряд вообще, не знаю, каких-то положительных эмоций вчера весь вечер был. Прям все летали, все выходили, у всех горели глаза. Нам рассказывали в прошлый раз на открытии про ваш фильм, в котором вы были актером, писали музыку. Как прошла премьера? Вчера был VIP-закрытый показ в саду «Эрмитаж». И столько положительных отзывов я не слышал, мне кажется, никогда в жизни. Это очень приятно, правда, потому что все-таки это такая огромная работа для меня. Друзья, подошел к концу 37-й Московский международный кинофестиваль. Крайний раз Никита Сергеевич встанет на эти ступеньки перед кинотеатром и сделает вот так вот. Ну а Владимир Вольфович Жириновский сделает крайнее селфи и выложит его с хэштегом «ЛДПР». Друзья, это были все новости 37-го кинофестиваля. Встретимся в следующем году. Фестивалю будет уже 38 лет.